Зеленые аллеи – современный микрорайон, где в основном проживают молодые семьи с маленькими детьми. Вопрос наличия здесь дошкольных заведений очень актуален. Второй очереди сада «Яблонька» ждали порядка 5 лет. Реализацией проекта занимался застройщик территории. Я, как мама, не понаслышке знаю, как устроена здесь работа в этом детском саду. Это лучший детский сад в Ленинском городском округе. Прошу поддержать. Второй корпус детского сада номер 19 «Яблонька» рассчитан на 155 мест. В дошкольном учреждении предусмотрено 8 групп, в том числе логопедические и раннего развития для ребят с 2 до 3 лет. Сад отвечает всем стандартам, оснащен современным оборудованием. Много действительно родителей спрашивают, а будут у вас во втором корпусе кружки? Ну, это дополнительное образование. Да, они будут, и мы сейчас, конечно, будем работать над тем, над спросом, что больше пользуются спросом у родителей, и по их заявкам будем открывать кружки. В торжественной обстановке, в присутствии всех причастных к строительству учреждения и детей, в знак открытия двери детского сада красную ленту вместе с одной из воспитанниц перерезал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Молодец. Еще один. Красота. Держи. На благо ребят в детском саду будет трудиться порядка 40 сотрудников. Штат полностью укомплектован. В этом лично убедился глава округа Алексей Спасский. Для него заведующая учреждением провела экскурсию. Возможность ознакомиться с группами была и у родителей будущих воспитанников, которые с нетерпением ждут путевки для своих детей. Очень красивый садик. Мы давно его ждали. Надеемся, нас пригласят. Нам 2 годика. Для администрации Ленинского округа реализация подобных социальных проектов – приоритет развития. Не моментально, но задача решается. Под Новый год такой своеобразный подарок, как заведующая детского сада сказала, порядка 200 детей будут ходить в этот детский сад. И, конечно, каждая вот эта вот персональная история каждой семьи, каждых родителей – это, я думаю, что очень большая-большая радость и помощь, какое-то такое послабление в свободном времени, возможности работать. В планах у застройщика микрорайона продолжить выполнять свои социальные обязательства и на этот раз не затягивать со сроками сдачи учреждений. Юлия Погосян, Александр Логин, Екатерина Довлятова. Видно ТВ.